Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по такому расширению без вложений, называется SurfD. Значит, мы устанавливаем расширение, и нам показывается рекламка. Давайте я перейду на какой-нибудь сайт, вот, например, сюда. Вот внизу, вот видите, вот это вот идет реклама этого расширения. 1, 2, 3. 3 рекламы. На следующий перейду тоже. 1, 2 рекламы. На Google переводчик сейчас перейду. Сейчас я перезагружу страничку. Покажу вам, как это расширение работает. Страничка перезагрузится. И сейчас появится рекламка. Так. Грузится у меня очень долго. И вот рекламка появилась. Видите, вот за эту рекламку нам начисляют денежка. Денежка идет в долларах, в центах. Так, ну а центы переходят в доллары. Значит, перейдем на сам сайт этого проекта. Значит, что? Значит, это рекламный баланс, это мой баланс. Пользователей уже более 3000. Кликабельность, цена за переход и суточная аудитория. Здесь идет топ баннеров. Статистика, как бы, да? Я хочу проверить на вывод. У меня 13 центов. Минимальный вывод отсюда 3 цента. Так? Значит, перехожу в профиль. Вот. Это наш профиль. Это статистика моя. Значит, мой баланс. Далее. Вывод. История вывода. Я еще ничего не выводила. Значит, здесь у нас вкладочка «Рефералы». Нажимаем на нее. И здесь как бы наши партнеры. Опускаемся чуть ниже. И партнерские ссылочки. На главную страничку ссылочка. И ссылочка идет на расширение. Я оставлю сразу на расширение ссылочку, если кто захочет присоединиться. Далее что? Ну, здесь у меня все пусто. Так, далее что? Рефералы. Ну, статистика и промо-баннеры еще есть. Такие вот промо-баннеры. И можно как бы добавлять свою рекламу. Ну, добавить баннер, например. Ссылка. Баннер загружаем. Выбираем категорию, что мы рекламируем. Заголовок, описание. Значит, и так, и рекомендуемая цена 0.017, причем, и тут примеры ротации. Я здесь ничего не рекламирую. Я работаю здесь чисто на вывод. У меня есть другие как бы расширения, где я благополучно, да, рекламирую свои проекты, запускаю как бы рекламку свою. Значит, давайте перейдем в профиль. Вот мой баланс. Я хочу поставить денежку на вывод. Так, сейчас, секундочку. Так, нажимаю вывод. Значит, смотрите, сюда указываем Payeer кошелек. Комиссию они берут 1 цент. Это значит, у меня уже будет 12 центов. Плюс Payeer возьмет, наверное, цент. Так, ну, от центов 11. Ну, и ладно. Значит, вбиваем кошелек. Я смотрела видео. Там парень выводил. Ну, вывод был инстант. Так.
Номер кошелька. Проверяем. Ставим галочку обязательно, что мы согласны. Так, и создать заявку. Так, в цели безопасности мы отправили письмо с дальнейшими инструкциями на ваш email. О как! Хорошо, сейчас перейдем на почту. Значит, в письме говорится, вот Serve D, вывод средств. Перейдите по ссылке для подтверждения выплаты. Переходим по ссылочке. Все по-взрослому, все серьезно. Так, история вывода. Так. Пэйр. Так. Что у меня? 0,12 центов. Ожидание. Ну, подождем. Сейчас я перейду на кошелек. Значит, прошло буквально несколько секунд. И, как мы видим, денежка поступила на кошелек. Пэйр у нас комиссию, слава богу, не взял. Значит, дата операции 5 октября. Тип операции перевод. Статус выполнен. Сумма 12 центов. Я ставила 13 центов. Комментарии. Виндрав. Серф Д. Ну и так далее. В общем, Серф Д заплатил. Ну, почти инстантом. Ну, буквально 2-3 секунды. И вывод пришел. Так, проект платит, все замечательно, я довольна. Здесь я работаю чисто на вывод. Так? Так же, как и в глобусе. У меня там тоже доллары, и вот у меня еще сумма. Как бы история вывода есть. Ну, вот это вот история, успех. Все. Кому интересно, присоединяемся. Вот такое вот расширение. Давайте я еще раз перейду на сайт. Что здесь еще есть? Вот такая вот галочка внизу может переместить вверх. Если она вам внизу мешает, вы наверняка во многих видео у меня видели. Можно нажать «Переместить вверх». Вот. И также переместить. Вот рекламка идет. И переместить вниз на галочку на эту. Если она вообще вам мешает, вот здесь есть крестик. Нажимаем на этот крестик. И здесь окошко. Не показывает на этом сайте. Не показывает на этой странице. Временно отключить. Ок? Понятно, да? Вот такое вот чудо расширение. Мне очень понравилось оно. Как бы я довольна. Оно работе мне не мешает. Мне, если надо, я перемещу вверх. Если совсем мешает, могу как бы выключить на этом сайте, да? Вот. Ну, мне, в принципе, все на моем компьютере приносит денежку. У меня так просто компьютер не находится в пассиве. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь расширением. До новых встреч!